Могу помочь? Любознательный ум всегда жаждет познания. Слушайте, есть у кого ювелирка здесь? Настя, подрубай бота. А? Бота подрубай. Ой, что-то не хочется. Сейчас, погоди. Мне нужно ослепительное око Зола. Ой, трансмагрификацию хочу купить. Так, посмотрим, что тут падает сюда на паладина. О, осколок Валанира. Так, что еще? О, шея падает. О, шея. Я хочу пиццу. Я тоже хочу пиццу. Какую ты пиццу хочешь? С ананасами. А я хочу пиццу Маргарита. Маргарита. Все, я, кстати, на диете номер один. Гастрит. Слава, по диете я тебя притяну этот полчедан. Там башни разломаем. Чем мы начали, я к вам лечу тоже. Сейчас погодите, фласки возьму. А не, фласки себе беру свою руку, потом колду положу. Или фласку. Не, лучше куплю. Вот, ты не против, я там 20% своровала. Кстати, мне часто Юля пишет, она не может последнюю ячейку что-то ложить. Хотя и визирь, кажется, тоже. Мудрецы не могут ложить всякие плюхи в последнюю ячейку. Откроем доступ, типа вкладываешь.
хек, вы не представляете, мне кажется, или настой чистого колдовства стоит одну голду. Я себе купил сухофрукты, они такие уёбищные, боже. Вместо пиццы? Угу. Но есть и вкусные, хотя их меньше всего. А мы орешки жрём. Орешки, яйца, вода, кашки. Вот, вот мой рацион питания. Короче, я фласками закупилась. Сколько будем бить? Плюс один? Войт, визирь, я спрашиваю, у тебя есть ассист? Может быть, она хочет в пати? Я ему уже раз 50 описал, Павел, Слава, ты чё? Да я бью этих мобов. Игнорщик, ГП ему. Так, да.
А мы башни не будем уничтожать? Зачем? Что там, как там? Топать к вам? Проходите за линию. Ну вообще-то можно не в машинах, а на конях. Вот я это. Слезьте с машин. Знаете, почему я предпочитаю Бульдуар сама лететь? Я по пути там этот рубу формулы. Тык-тык на шкаф. В шкаф тыкните. А машины сами по себе рандомно ставятся или просто в прошлый раз они стояли в ряд? А? Их просто меньше было в десятке. Не, в 25-ке, помню, первый раз пришли, а тут все чисто красиво, ровненько стоит. Их, по-моему, Тагариус устраивал вред. А? Кстати, что там с твоими чарками? Я реги в любом случае в банке оставил.
Привет всем. Привет. А Валанир задонатить можно? Когда первый соберется, тогда будут донатить. Уведут осколки. Точно так же, как с Шаймом и Посохом. И сколько он стоит? Мне кажется, Шайм стоил 25 тысяч рублей. Или 30. Думаю, Валанир где-то 30 будет А, Бармалей! Я старалась, зачем ты так делаешь? Бармалей! Встань! Вылезь оттуда! Вот, тут какие-то дети, ё-моё! О, сама ты. О, доигрался.
497. Бармалия, крутя и лево. У меня 216, и он увеличился всего лишь на 4000. Как люди делают 800 тысяч? Вдвоем? О, давай попробуем. Давай реально попробуем. Иди сюда. Давай. Раз. О. Раз. Давай, вылезай. Раз, два, три. Не, что-то не получилось. Сядь ты в тачку. У тебя 17 левел тогда? Ну, у меня 16 левел. Где ты? Ча. И чё? В сумме она не увеличилась. Плохо-плохо тебе слышно, очень плохо. Ни капли. Прикол, ты, Гариус, мы бы в ПВЕ без тачек так смогли. Я буквально на 3 минутки зайду тогда, пока все заходят. Ну-ка, тут. Да. Так, сделаешь 6 камней на мастерство, а? Без Б.
Так, время еще есть, пойду кофе замучу. Я пытаюсь зайти, что-то не запускает в игру.
Нужно что-то делать. Набирать гильдию, что ли? У меня уже на середине прогрузка. Еще 2 человека будет 100%. Next one. Сейчас Макс Шаман зайдет там локом. Сейчас Макс все разрулил, да? Всем здорово. Привет. Заходим. Сейчас 30 секунд. Лучше не хватает 5 человек, чем все. Не, не 5. Сейчас Тимыч зайдет и Макшаман. 2 человека. Ой, 3 человека остается. Капец, на десты. А где этот? Где начинаешь? Где? Сегодня еще воскресенье. Ну. Кто писал, после 9 только будет. Ча, оно из мира выйдет. А оно вообще из игры. Ай, дород, все. Арти зашел? Арти еще? Еще одно место. Где эти гребаные паладины? Уйду ар. Кто зашел? Ща у Ваза спрошу. Клипса с нами? Виза, где я там смотрел? Я не знаю. Я не знаю, где он пропал. Потому что я, сука, вот сейчас 3-ю смену работал все это время и охренел. Я его даже там всю тут не вижу. Где он делся? Так чё, я ж, блин, 3-ю смену, чё, пол 5-го автобус, я думал, в 5 утра когда. Чего я там буду видеть? Сейчас буду. А, вы спрашивали у Арти? Да сейчас он загрузится, то зайдет. А Тимыч? Тимыч тоже должен. А, значит, нам одно место. Да, у меня на середине загрузка пока подостряла. Или два места. Два места. А хвостатый хил. Она же была недавно в онлайне. Так, ладно, пока лечу, пойду покурю. Давайте мучить всех, кто с нами был.
А че вы сумоете? Да я уже почти... Ну, ладно. 500 голды я суману. Сама лично. Тык-тык. Что-то все какие-то сонные. А что там Тагалиус? Твой друг, как там? Как поживает твой друг? Сука, я уже боюсь в чат писать, блять. Вот привык на этом, на реплике. Пишешь постоянно, и язык забываю менять. И думаю, сейчас вот, блядь, я написал, а поняли ли вы, на каком я языке написал? Ты это, блядь, сделал иностранца, нахуй, из персонажа. Блин, благо Накс только этого. Этого только убили. Лоскутика. КД не совсем большое, так что... Не пиздюка, я не ренегатом все сыграю. Че, Сарик все не играет? Ну да, не вижу в рейдах. Ребята, подскажите, тогда просто я так вышел резко. Только когда мы прошли, сервак упал, и че там пальто? Чё, я им отправила, они сказали ожидайте, все. Ну это сделают, сделают, вам на почту отправят, если что. Ну я могу посмотреть сейчас, типа есть или нет. Слава, чё ты олдуина кикнул, уже вроде заходил. Ну он не играет. Я вот в рейде его не вижу сейчас. Так он же, у него смены совсем не похожи с твоим, короче. Мне пишет из всех людей только Гнидыч, когда он будет, когда нет. Он написал в Дискорде мне. Остальные никто не пишет. Ух, сколько покикало. По-моему, я тебе тоже нашел. Только тех, кого я добираю. ДК играл. По-моему, сегодня даже в сети был. По поводу этого Дискорда, кто дает права или нет. Есть тут? Ну да. Все мудрецы. Там я вчера принял в гильдию дружбана своего. 210-й лог. Филин. Сейчас я его еще раз добавлю, наверное, выкикнули вчера. Ну, ты говорил, я говорил, там все наши или нет. Ну, там Васож еще был, ты видел. Ну. Ну вот филин там. Сейчас я добавлю его обратно сюда. А гильдии как называется? Черубаэль. Окей. Дивонакс закрыть 25-ка. Ну вот, к сожалению, нет. Так бы он с нами пошел уже.
Войт, а ты был в гильдии на циркуле Кнут и Пряник? Угу. Ну, это... Этот вот человек, которого я добавил, он тебя знает, походу. Был два раза там. И как, успешно? Ну да, нормально. Ну как-то раз 8 часов РС-25 гертраили. Ну зато изучили все. Да что там изучили, блядь? Вайпались как нубы, блядь. Там один. Там один босс, если что. Ну да. Он что-то рассказывал про то, как вы там воина в РПБ собирали. Который танковать там должен. Там три танка надо для резки, или сколько? Да по-разному. Один на трэш, второй на босса. Ну три как минимум. Второй. Три минимум. А так можно и четыре танка. Один на большого, второй на мелких. Там либо четыре и сколько там хилов? Не понял. Пять хилов. Либо 3 и 6 хилов. Почти все ультра с гильдии. Только новенькие, которые качаются не в гильдии. Не в гильдии. А у Петровича проходки нет, да? Не знаю. Что-то не отвечает. Тык на шкаф. АФК, наверное, стоит.
первого босса бить, что ли? Куда вы тачки утащили, не пойму. Вот ну. Ты видишь кучу? Ужас. Тагариус, ты с кем сидишь? Предатель. Посмотри, садись, я буду ассистом. Пять разрушителей есть? 4 есть точно. Настя, Настя, самый левый разрушитель. Наша команда. Команда? Ты там выкинул? А я уже тебя на Тагалюс променяла. Тех, кто на байках гоняют, если вы будете возить колчеданы, подводите их под разрушители. Не, ну, не летайте с ними постоянно. Царик, сядь в разрушитель, вот сейчас за тобой. Колчедан тянуть будешь. Иди сюда. Зарик, звездочку залезь. А у нас Зарик есть? Или да. Кидыч сюда залезай. Слази с этого мотока, залезайте сюда. Бери колчеданы, кто там у меня? Помощник. Привет, Багудистан. Ты тяни крючком эту хуету синюю быстрее. Блять. Ребались таки. Сбейте каст. Кто у меня вообще разрушитель там? Ёж, тяни колчеданы, если есть. Колчеданчик какой-то подтянешь, а? Птич. Отвоил. Да тут у всех так, кроме базу. Всем хватит. Похуй, просто сели ФКшат, да? Видимо. Я вообще один катаюсь. Зарик, тыкай левой кнопкой мыши и крючок. Каст. У меня ноль колчедана, ты видишь это или нет? У меня тоже. Короче, Вайт, надо я говорить. Я почему-то всем... вообще взять этот колчедан не могу. Так, сука, левой кнопкой мыши тыкни. И в 50 метров должен быть ты близко. Я стою возле бочек синих, никто не тянет нихуя, хуй забили. Я тоже, но не бывает. Вы потом под босса не заходите, то он уже сразу сдохнет. Хоть как-то убили. Да, это пипец просто. Ууу, какое колечко! Хм. Кольцо. Больше крита, что ли? Кому надо ролить?
Как включить приор? Не понимаю. Он у меня выдает, но неправильно выдает. Зирия получает кольцо. А ты что на фаера не берешь? Да, я подожду. Ага, хочешь спереть у меня Снакса? Так у тебя были? Или нет? Нет, я уступила бы. А чё, никому не надо это? Ты чё? Пипец. Так. Чё стоим? Давайте бегите сюда. Пошли на робота сразу. Балкайтесь. На робота. Короче, вылетел, перезахожу. Пиздец, блин. На тебя ничего не упало. О, турба в хиле. Кто будет в хиле, если Арти придет? Турба в ДД с 15 ДПС. Больше нет. Там по синей метке столик стоит, поэтому по возможности возьмите покушать. У меня, кстати, с десятки рыбок осталось. Так что я могу поставить. Нам еще направить пригодится. Ну то да. Мы еще не закрыли полностью. Закрываем. Нет, мне что-то не нравится, что мы вместе стоим. Мы с базукой рядом стоим. Ну, я его хилю. Ну, по два человека вот самое нормальное выживаешь тогда в ноль почти. А вот втроем стали некрасиво вообще. Ну, главное, что я отошел и не ваншотнул их. Ну да. Стан. Или так. Там озрели подручанное. Опа-на. Наверное, сумануть всего надо, или что? Ранжу наберите. Я на мусор залез. 100% не достанет. Но зато глушит. И хилы не достанут. О боже. Да я видела же, друлю, как у тебя хп просело до единички.
Там 2% было жив. Ну, по единичке говоря. Он, короче, ХП снизилось, короче, до минимума. И он тогда живет этот дубовую. Да, да, да. Но я на всякий случай просто, чтобы вам легче было хилить. Действительно. Ну что там? Не, серьезно. А в их ситуации. Я каски. Ой, каски добавлю. Там рыбу поставили спереди. Втихаря так. Винту и лапку потом бафните, пожалуйста. Вот ты все тактику знаешь здесь? Объясните, вроде бы пушка не знает. В основном бьем босса, на вас будут вешаться дебафы. Может повеситься темный дебаф, может повеситься светлый. В любом, в том и другом случае вам нужно выбежать из рейда. Все. Тимбич еще не здесь. Не успеет. На тотемы пошел. Ваня, забери босса, у меня, блядь, все пиздец, у меня все просело, короче, 0 FPS. Хантер, выноси, вы чё? За такой гоповый прием, можно. Ты инстик просто считает так. Первое сердце что-то долго. Там сердце вывалилось, его надо видеть. Может что-то в кассе есть. Все, стоп по сердцу. Бомботы. И комбо-токболки.
танком к бомботу подойди и взорви его с собой. Может, Геру? Зачем? Ух, что это было? Что всех шотнуло? Темную ветку, кажется, не унесли. И светлая была. Да, и сразу светлую кинули. Трэш, слейте сначала, прежде чем босса бить. Ну, придется. Не нужно. Главное, что хилы живы. Максимум стал. Тагариус вывесил. Твой жук выше. Такой симпат сверху. Идёт бомбот там. А чего он килится? От Вейда. Ещё один идёт. С прожимочкой кто-то к бомботу подойдите. У меня дубовая кончилась. Тучкой или чем-то подойдите к нему. Ну кто? Алло. Я глубоко постарался взорвать. Не сколько бы лежит. Трэш надо сначала слить под боссом. Потом босса бить. Кимиш, главное не выходи из тела и засчитает квест. Зачем, пан, ты? Спокойствие, давай. Бармалюга вышел. Хантер вышел. Последний трэш. Бумбот.
Почти. Никогда не доводите трэш до босса маленький, пишите босс на лям за хидос. Выходи турбовый. Турбовый, выходи. О боже, просто... Ладно, мы и так добьем. Как там берса? Две минуты. Хильтесь, кто может. Не добьем. Все, это вайп. Подходите все. Заходи, заходи наоборот, крестик. Ко всем заходи. Я не знаю, Войс скажет или я скажу. Откройте свои глаза там, где у вас есть фракция Орда или Ренегат. У вас будет появляться синяя или черная метка. Вы видите лишнее в своих дебафах. Вы выходите с рейда. Вот кто не вышел, вы понимаете, что из-за вас мы сейчас вайпнулись. Вы разлили лужу, вы всех продамажили. Вам что, нужно упереться и в рекаунты дамаг давать, чем нормально убить босса?